питания и торговли. В этот период для профилактики заболевания воздержитесь от посещения многолюдных мест, религиозных объектов. Не посещайте массовые мероприятия, а по возможности не пользуйтесь общественным транспортом. Соблюдайте безопасное расстояние до окружающих людей, не менее 1 метра. Пользуйтесь медицинскими масками и перчатками. Не трогайте руками глаза, рот и нос. Протирайте дезинфицирующими салфетками предметы, которые вы брали с собой в общественные места. Сумки, телефоны, кошельки.